куриные желудки по-московски. На 1,5 килограмма куриных желудков нам потребуется 10 средних луковиц, 0,5 килограмма сметаны, пара лавровых листиков, чеснок, специи, соль, перец, приправа для курицы, зелень. Куриные желудки с вечера заливают теплой водой. Утром они становятся белыми. И я замачиваю их еще на час в молоке. Кипячу сметану с лаврушкой и чесноком. Добавляю специи. Желудки режу на 3-4 части. Прибавляю лук. Режу мелко-мелко. Все выкладываю в кипящую сметану и ставлю в нагретую до 120 градусов духовку. Уменьшаю огонь до 100 градусов и держу блюдо 10-12 минут. Приятного аппетита!